Мужчину с полными карманами тяжелых наркотиков задержали полицейские в Каменске-Уральском. В ходе личного досмотра у него обнаружили 16 свертков с порошком. Как минимум в 7 пакетиках находился героин. Белую смерть задержанный собирался разложить по тайникам. Координаты и описание мест нашли в его телефоне. Теперь барыге грозит длительный срок за решеткой. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и предъявлено обвинение в совершении данного преступления. В настоящее время обвиняемый избран на меры пресечения в виде заключения под стражу.